Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 48, упражнение номер 2. Мама купила 2 десятка яиц, но одно яйцо разбилось. Сколько яиц осталось? Мама купила 2 десятка яиц. В одном десятке 10 яиц, а в двух десятках 20 яиц. Чтобы узнать, сколько яиц осталось, так как одно яйцо разбилось, нужно из 20 вычесть 1. Получится 19. 19 яиц осталось. Записываем слово-ответ, ставим 2 точки и пишем 19 яиц. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.